4 года в Фурманове не было рентген-кабинета для детей. Маленьких пациентов на обследование направляли во взрослые поликлиники, где и проводилась диагностика. Это было неудобно, нелогично и обременительно. Теперь ситуация разрешена. Оборудование кабинета и ремонт обошлись в 20 миллионов рублей. Их выделили из областной казны. Мы закупили рентген-комплекс на 3 рабочих места. Он позволяет нам проводить цифровую рентгенографию, а также цифровую рентгеноскопию, в том числе и взрослых пациентов, что немаловажно для диагностики и дальнейшего лечения. Один из аппаратов экспертного класса с электрокардиографом и гематологическим анализатором. Техника позволяет выявлять нарушения на очень высоком уровне точности. Рентген-услуга у пациентов очень популярна. В день через кабинет проходит до 20 маленьких жителей района. В настоящее время мы работаем с 25 февраля, то есть мы провели около 130 детей снимков и уже сделали 9 эльгоскопий и скопий желудка взрослым пациентам. У нас тоже не было, а данное оснащение нам позволило этим заниматься. То есть аппарат – это рентгеноскопическая стойка, вертикальная и горизонтальная, цифровые, кардиографические. В целом в Фурмановской ЦРБ в этом году большие изменения. Внедрена система электронной очереди с использованием инфомата. На работу взяли администратора для консультирования пациентов. Остается важный вопрос кадровый. Молодых врачей-специалистов традиционно не хватает. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Фурмановский район.